Привет, YouTube, привет. Это продолжение предыдущего видео. Значит, поговорим сейчас о том, так сказать, более подробно. Значит, что получилось у меня? Для того, чтобы вот этими грибочками поработать, вот с вот этими адаптерами, я первоначально выбрал вот этот свой такой самый маленький, честно говоря, самый любимый мой обратный молоток. Он уже, как вы видите, немножко переделанный. Вот, потому что работает долго, пришлось вот поменять вот эту часть. Ну и эта часть тоже уже двоюродная, поскольку когда много работаешь, это алюминий или алюминиевый сплав какой-то. Ну и он самый легкий. Я им очень часто пользуюсь для вот таких вот всевозможных маленьких и побольше грибочков. Вот он меня устраивает. У него такой легкий вес. Сейчас посмотрим, сколько тут, сколько он весит у нас. Я думаю, видно, 934 грамма. Но в данном случае, когда я работал вот этими грибками, во-первых, значит, я попробовал, потаскал, вот, и веса маловато. Ну, вот у меня есть такие самодельные и полусамодельные, так сказать, еще два. Тоже они разного веса. Ну, уже давайте для чистоты, так сказать, эксперимента. Ну, грубо 1,5 килограмма. И вот этот более тяжелый, ну, 1,8 кг. Вот, значит, о чем идет речь. Вот этот вот обратный молоточек, естественно, он хорош, но для своих целей. Почему? Потому что вес у него, на мой взгляд, маловат. И был сделан, выточен я когда-то токарю отдал, вот человек мне выточил такой. Как раз вот под вот эти вот гусенички, он вот такой проходной, вот под эти гусеницы, которые у меня были первыми. Вот, потом идея возникла, что либо грузик менять, но тут разбирать, собирать не стали. Вот, как говорится, на коленке из того, что было, из того, что в гараже валяется. Не очень, конечно, красиво и эстетично, допустим, по сравнению с этим. Тут вот и накатка, и все, как говорится, красиво, аккуратно сделано. Ну ничего, самое главное, что он работает. Вот, пальцы не щемит, я вот это специально сделал для руки, чтобы держать. Вот, ну что получается, эти грибочки мы спокойненько вставляем, приклеиваем, работаем. Вот. А вот эти уже, допустим, сюда не алё, не лезли. Вот. Сюда они заходили. Вот для чего я переделал. А сейчас, когда коснулся сюда, вот, понял, что вот эти молоточки не совсем удачно подходят. Вот даже так. Слишком большой зазор и прочее мне не понравилось. Ну и опять же, вот тут он прям жестко входит, как мы видим, с таким даже вот, с натугом. Здесь побольше. Вот, и пришлось сделать вот под вот эти адаптеры. Как раз у меня валялась вот эта штука, я ее на Алиэкспрессе заказал, когда у меня вот здесь вот он упал, короче. Губа вот здесь надтреснула, но я тут же побежал, мне выточили вот эту. А эту я заказал. И вот она лежала, лежала и долежалась. Ну, в итоге я что придумал? Сделал вот такой наскоряк переходник, но надо же работать. Вот, и сейчас покажу, что получается. Для того, чтобы работать уже вот этим, под
эти адаптеры. Вот такой переходник. Два болтушочка в кучу, но это потому, что резьба не соответствует. Вот так это выглядит. Тут резьбочка у него насквозь. В принципе, можно закрутить и подальше. И что получается? Вот теперь у меня легкий молоток под вот такие, допустим, адаптеры, он не подходит. Еще раз повторюсь, под мелкие грибки, под мелкую тягу, да. Вот этот средний молоток, ну и этот самый тяжелый у меня. Из того, что под беспокраску. Вот, и таким образом можно вот менять, либо под вот эти вот гусенички, либо под вот эти, и спокойненько работать. Ну и еще момент, опять же обращаюсь к ребятам. Вот они, гусенички мои предыдущие. Это не знаю, кто их производил, но, по-моему, то ли американские, то ли еще какие-то, но явно не Китай. Но, что хочу сказать. Вот эти вот, хотя и, как вот мы видим, визуально, по цвету, ну, как я на экране вижу, так они вообще практически идентичные по цвету. Но эти более яркие, может быть, за счет того, что более новые. Вот, вот эти грибочки почему-то тянут более слабо. Как я не пытался экспериментировать и с температурой, и с выдержкой. И, в общем, вот эти мне понравились гораздо больше. Вот. Почему так происходит, я не знаю. Хотя в свое время я их тут и отмачивал, и замачивал. И в вине, и в коньяке, и в кетчупе. Но они почему-то работают более слабо. Вот. Вот такие вот переходники пришлось сделать, дабы было удобно работать. Да и вообще, когда все это универсально меняется, допустим, вот нужен вес легкий, нужен вес средний, нужен вес потяжелее. По-хорошему бы, конечно. Может быть, надо и еще потяжелее молоток. Ну, возникнет необходимость, что-то будем думать. Я думаю, вот на этот молоточек вот есть смысл поменять вот этот груз. Здесь вот этот болтик откручивается, и можно поставить более сильный груз. Так что вот так. У кого какие соображения или подсказки есть, подсказывайте, ребят. Вот. Дело интересное. Работает хорошо. Цена вопроса, опять же, можно, конечно, сделать, еще раз повторю, все эти вещи. Вот. Но цена такая, что смысла я не вижу. Когда цена хорошая и работает, эффект есть, проще заказать купить, чем вот это вот мудрить, что-то изгаляться. Ну, а когда надо очень быстро, то можно вот так вот быстро-быстро найти резьбы, сварить их и тут же уже поработать. Ну вот, как говорится, дополнение к предыдущему видео, что и как. Ходовые обратные молоточки. Ну, этот у меня вот этот от споттера. Это тоже немножко другое. И опять же, вот в чем универсальность их заключается, в том, что везде одинаковые резьбы. Когда надо, одеваются вот эти вещи. Но эти вещи пришли с кузовщины, с рихтовки. И они эффективны, и ими пользуюсь по сей день. Все это оказывает пользу и ускоряет и улучшает ремонт.